разгоняется очень-очень хорошо. Причем нет ямы, да, провала, когда бы было ощущение, что вот уже все, уже мотор выдыхается, потому что электрический мотор, да, у него нет фактически такого. А вот как ощущение с коробкой связанное? То есть нет... Нет коробки. Конечно, несравнимо ощущение, когда ты едешь с мотором, и ощущение, когда ты едешь в абсолютной тишине. Да, когда он как троллейбус едет, другие не скачут. Но в отличие от троллейбуса, вот этого звука... Его да, нет. Его нет, да. Мотор здесь установлен всего лишь объемом 1,4 литра. И особенность этого мотора в том, что он как раз не крутит колеса непосредственно. Да? Здесь всегда идет... На зарядку. Да, всегда идет только зарядка батареи. Мы только что сделали экстренное торможение. I'm gonna do all the things for you. В 2011-м будет сделано всего лишь 10 тысяч машин, в 2012-м всего лишь 40 тысяч. И, соответственно, при том объеме селебрити, которые хотят выпендриться перед всякими фондами защиты природы, конечно, Россия получит, ну, штук 100 машин, наверное, ну, может, 200, да это край, да? Ну, здесь еще у нас рынок отличается тем, что люди в Америке живут в частных домах, и им удобно заряжать эту машину. Я не представляю, я представляю, как эту машину будет заряжать Цикало, если у него не украдут, собственно... Зарядку. Да. А те люди, которые живут в домах, чтобы свесить удлинение, или зарядить ее, ну, вопросов больше, чем ответов. Но сейчас очень много людей живут за городом. Вот мы же сейчас с вами в Детройте, и Детройт вымирает, да, из-за как раз эпидемии желания людей жить за городом в своем личном доме, да. Люди не хотят жить в городе. Люди не хотят жить в криминале. Да. Люди не хотят жить в какой-то обстановке гари и копоти. Люди хотят абсолютно четко понимать, что они вот да, на там свободе. У них есть своя парковка, там у них есть своя зарядка. А действительно, в России заряжать машину смогут, ну, действительно, обитатели Рублевки. Ну, и где-то Ильинки. Да, может быть. У которых есть своя зарядная станция. Будет наверняка. Напомню, что машина может пройти совокупно на бензине и на том заряде, который вы сделаете за ночь, порядка 600 километров. Вот, соответственно, ну, куда с Рублевки ехать? $1.50. Поехали. Теперь ты за рулем. Ну, троллейбус, прокати. Слушай, тормоза странные. Ну, я говорю, тормоза все время пытаются заряжаться. Да? Но они такие глубокие. Ну что, притопим? Вау. Здесь получается, в отличие от гибрида, электричество тянет на порядок лучше. Слушайте, уже и 42 тысячи не жалко. Когда эта штука тормозит, такое ощущение, что она не хочет тормозить. Жесткий, классный аппарат. Абсолютно ни с чем не сравним. И заметь, он
такое ощущение, что он тяжелее, да, чем на самом деле есть. Он значительно тяжелее, потому что то, что было по звуку, когда я был на пассажирском сиденье, звук чувствовался. То, как сейчас я чувствую себя как водитель, вот эти неровности на дороге он глотает. Конечно, нужно что-то где-то, какие-то размеры бардачка дорабатывать. Но в целом, ребята, по городу это абсолютно драйв. Это без вот этих всяких разных у-у-у. Это на самом деле у-у-у. Долго заряжается.